50 на 50. Заказное самоубийство. Штаны обоссал, ну, со страха. Одного шокером, а второго бездопилой. Видишь, видишь мой взгляд? Мой фигус нуждается в ярком воздухе и свежем солнце. Никогда! Опа! Вылечился! Заземлился! Извините за опоздание. Штаны обоссал, ну, со страха. Пришлось поехать домой переодеться, а своих чистых не было, осталось клаваны. Я не понимаю, что смешного? Игорь, ты зачем мне вся вот эта информация? Дима, оно само как-то прет и... Остынь. Шея, шея, шея. О, спина, спина, спина. Вот пытаюсь вашу жену затащить в постель, и, мягко говоря, какая же это фигня? Ну, еще один окно заметил. Более углубленное. Я все понял. Это карты. Не про ту дедушку. Что по этому поводу думает Игорь Николаевич? Игорь Николаевич ни хрена по этому поводу не думает, как и по всем поводам не думает никогда. У Игоря же Николаевича своих же версий нет, поэтому он и косит все время под самоубийство и несчастный случай. Какой его дух? Не смешите серьезного человека. Его дух. Подставил туда пистолет, чтобы он охранял сейф. Забыл о нем. Но пистолет-то не забыл. Вспомнил и застрелил его. Гениально, Игорь. Гениально. А что ты смеешься? Ты знаешь, сколько среди нас дебилов? Давайте думать логически. Пока, Леша. Макс, я пописал, подожди. Немец! Нашего брата, шейха, обманул. Как? Немец? Вашего брата? Да. Как? Ты же не золотая? Нет. Да как же так-то? Подожди. Вот так вот. Такой народец мелочный. Да, я знаю. Я тоже такие приобретаю на холодильник, цепляю. С каждой поездки. У меня уже два. Вахтанг, есть что? Че? Ну, там лук, картошка, беляши. Ну, ты что, в поезде никогда не ездил? А-а-а. Будем стелиться? Да, ну, что, это не опасно? Конечно. Тем более, никогда не вру. Ай-ай-ай-ай. О, началось. Отходники. Держись, Игорь. Да я в смысле того, даже если я вру, то это бывает очень редко. Ай-ай-ай-ай-ай. Позвони первый. Да, конечно. Вот еще не хватало. Чего? Пусть помучается. Это метод такой. Украшение стропилой. Ой, это, наверное, больно. О чем бы вы ни говорили, не продолжайте. Я вообще приверженец семейной ценности. О, каких? Водка в пиво. Еще новую установочку тебе дал. Что я теперь? Асфальт буду жрать! Игорь, ну, сам себе враг, честное слово. Фух. Мой фигус нуждается в ярком воздухе и свежем солнце. В этом районе ни того, ни другого нет. Что ты? Опа! Прости, Игорь. Ты что, дурак, что ли? Совсем уже, что ли? Похоже на то. Ты что, не понравилось, как я танцевал? Я охрененно танцевал. Лучше бы ты замирал. Что такое завещание на туалетной старательной бумажке? Джек. Да, я не дочитал. Ты умел? Ну я ж начал. Где дух, сэ? Не знаю. Я пышу. Здесь. Я порчу вишен. Я помидор. Караул. Панталоны тут зимовать будут. Угу. Ну и все, и не ссыте. Скоро привыкнете. Гнездилов. А во-вторых, он по жизни себя ведет, как обдолбанный. Вот. Золотые слова. Смотри. Моей бабушки. Смотри. Десерт тебе. О, да тут его. О! А если так? Вот так работает. Ага. Это надо будет кабелину подбрить. На! 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 На!
Не, ну ты видел? Ты видел? Ну, видел. У меня такая же, что ты расстраиваешься. А вдруг он увидел призрака или духа? И все, и со страху у себя замолчил. А пистолет твой где, терминатор? Пистолет? А вон мой пистолет, понял? Благодырочка, Лимонидов. Таблеток для сосна. У меня от этих собак такая бессонница, я спать не могу. Кошмары мне снятся. Уши отжатые, готов к нападанию. И взгляд у меня пристальный. Видишь? Видишь мой взгляд? Эй, и ты? Ты живой? Мертвый! Мышь! Мышь! Что это? Что это? Наконец, ты родил. Просто мы его тоже током лечим, иди отсюда. Бухгалтера завалил прямо этим бюджетом по морде. И двух бандитов. Одного шокером, а второго бездопилой. Я же буду бояться вот этого кабеля. Я по делам. Согласен с вердиктом. Прикиньте, сказал приковать меня, себя, к забору. Типа собака за свою примет. А ты поверил? А я доверчивый. Леша, дай гранату, я ему вставлю. Никогда. Нигде. Фух, что за себя? Невлажно себя чувствую. Увлажнись. Ой. Какого вы мне подмешали, а? Я же практически взял их бухгалтера. Солгашин, давай так, я иду на компромат 50 на 50. Заказное самоубийство. Да, или убийственный заказ. Пасть закрой. Ого. Это я не тебе, я это твари это. Бесплатно сделали мне легкую пластику. И это не конец Лимонидов. Я решил немножко консервативнее надеться. Не, ну розовые красочистые вот такой платформы, они просто отвлекают от моего внутреннего мира содержания. Да, фрак я не люблю, а вот тапочки классные. Скажи, клевые, в переходе купил. С бомжа снял. Да, с бомжа снял. Желаете карту вин? А у вас вина в картах подаются? Я предпочитаю бутылька. Заткнись. Заткнись. Так это животное, падла, значит, дождалось, пока я, значит, засунул. И во сне взяло меня и нацарапало, тварь. Не подходите, у меня бешенство покусают. Он притворяется. Шибко умный. Сыт. Сыт на меня, ну точно. Обоссал. Стоять! Вы же дрочи! Вы же клятву Гиппократу давали! Сильнее, сильнее, давай, сильнее, сильнее, сильнее. Молодец. Вперед. Я думал, тебе ручка нужна. Вот так. И я без дядя. Себе уколчик сделай, собака бешеная. Не дамся. Тру-ля-ля. Завелась подружка, короче, кошку оставила на нас. А эта тварь меня как взяла, не взлюбила. Я не понимаю, почему. Почему, Игорь? Тебя же все любят. Вот именно меня. Доктор, только я раздеваться полностью не могу. Нет, я все могу снять, кроме шляпы и пиджака. Женщина должна варить котлету, а не елозить вот это роялем по смычку. Вот смотри, пример. Все женщины красят губы, красят? Допустим. Ну вот. А любят они чем? Ну как говорят? Любят ушами? Ушами. Да так надо уши красить. Двойной удар. Я сам сказал! Отпустите меня! А хотя,
Я ваш стрип-клуб закрою за проституцию и нападение на сотрудника. Полиции. Понятно? Опа! Вылечился. Заземлился.